Современные традиционные религии депрессивные, Да. а из-за греха. Я понимаю, что они безрадостны, потому что там не могут люди освободиться от греха. Вечно каются и грешат. Поэтому нет радости по этой причине. Если те христиане, которые на самом деле остановили греховную жизнь, они счастливы, они сияют, в блаженстве находятся. Но обычно люди, которые не могут справиться с чувствами, они обычно в скорби приходят. Храм, телефон. Опять и накосячил, там натворил дело. Прости меня, Господи, Леша. И плачут, там молятся. В пол. Несчастные такие люди. И облегчение получают, но слово простил. Простил, можно снова пойти грешить. Вот такая у них религия. Что тут поделаешь? Депрессивная. И когда они скачут Харе Кришна, говорят, ну это вообще демоны какие-то. Грешат и не каются, а танцуют потом. Грешат и танцуют, грешат и поют, танцуют. Тут кощунство какое-то. Но когда люди останавливают грех, принципы соблюдают, они чувствуют радость, естественно. Религия — это радость, на самом деле, большая.